Я сейчас вам сыграю две диаметрально противоположных песни. За первую меня ругает Букреев, говорит, у тебя там такой конфликт формы и содержания, вот, что она мне нравится. Песня называется «Сударыня». Вот. Сейчас поиграю, потом перерывчик маленький, и мы снова вернемся на второе отделение, да, чтобы можно было проветрить, сходить там, как кому что нужно. Шаман бьет барабан, разгоняя туман над лесом, рекой. Ползет поземка дурман, и мысли шамана летят далеко. Сударыня, ваш силуэт проступил сквозь копоть пещеры, чтобы было со мною, если бы в мире не было вас вообще! А вот атаман Ермак собирает глуши, государь в лесах. Под голову ночью чепрак, положив про себя, он думает так. Сударыня, лилей ваши глаз теплее, чем сибирский мужик, но только вашим теплом и вечно скучая о вас я жив. А вот лейтенант Иванов, лет 20 не больше, взор ясен и кожа бела, горит в кабине в разорванном небе над Польшей, война и плохи дела. Сударыня, коралл ваших губ пролился на простреленный стяг, но если вы будете помнить, то я вас найду в другой жизни в поле. Спустя! Это я писал ваш лик, в каждом храме я пел о вас на всех площадях. Это я, разогрев вашу плоть, в каждом храме по вене пускал себя не щадя. Я смотрел на глаза, не имея отдых, я стоял перед вами от смущения бортов. Я же бросал вашу честь, легионы на стены холодные чужие городов. Это я не из ставни, крика ни стона презрев, страшный суд, судьбу и добро. Дополз до подножья святого престола, сжимая в ладони, как просьбу ребро. Это я вчера ушел пить пиво, обещав вернуться не позже 6. Сударыня, впусти! Время странных и непонятных песен. Вот, а вторая, вот Андрюк там начал говорить, что иногда просто приходит, как бы, и песня вообще не твоя на самом деле. То есть ты как это, как проводник просто. Что это было? Вот. Получилась песня. Для меня показатель успешности песни – это когда ее поют дети. То есть я работаю детским педагогом, вот, и когда они без всяких вбросов, без всяких насаждений подхватывают и начинают какую-то песню постоянно просить исполнять, просить петь, я понимаю, что песня получилась, потому что их не обманешь. Вот вообще никак. То есть можно сколько угодно там говорить: «Сейчас мы с вами будем петь». Вот, не заходит. А когда песня заходит, и ты чувствуешь отдачу, это значит, что песня получилась. И вот следующая песенка, она, ну вот, из таких, из получившихся. Набежало пятно на волну морскую. Ты ловишь рыбу, отыскать не задешево счастье, где бы. А ты смеешься там, где я грущу, где я тоскую. Ты бы.
из-под ног уходит, тебе подставляет глыбы. Ты вообще, по-моему, ни на что не похожа. На пропалую хохочу, смеюсь я вроде. Ты бы ждешь меня, а я уже давно пропащий. Снишься мне, а я уже давно счастливый. И молчишь, а я в себе, как в чаще, все гадаю. Отчего у нас с тобой все так красиво? Потому что не встретятся никогда луна и дождик, потому что не выбежит никогда к Джульетте старой, скоро тронет с плеском весло вода. В глухой таможне я считаю ни минуты и года, что мне осталось, потому что каждый здесь знает способ любить по фото, потому что приходит внезапно, но накрывает веско. Эту песню вообще пою даже не я, а где-то кто-то, а когда закончат в тишине, оборвется леска. Ждешь меня, а я уже давно пропащий. Снишься мне, а я уже давно счастливый. И молчишь, а я в себе, как в чаще, все гадаю, отчего у нас с тобой все так красиво. А я уже давно пропащий. А я уже давно счастливый. Молчишь, а я в себе, как чаще, все гадаю, отчего у нас с тобой все так красиво. Сходим буквально 5-7 минут. Значит, друзья мои.